Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Хриплей. Первый сервер, мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить моник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Можете промокод вводить при регистрации, либо после регистрации до 5 уровня. Поэтому вводите промокод. Промокод будет в описании. И видео про промокод тоже будет в описании. Кто не знает, как его вводить, то посмотрите обязательно это видео. Итак, сегодня я вам покажу, какой я купил бизнес, в принципе. Хотя по названию ролика, я думаю, вы уже догадались, но все же. Давайте, пока я буду ехать, мы поговорим про майбах и еще про некоторые вещи. Итак, первое это то, что спасибо, кто вводит мой ник при регистрации, пацаны. Я уже на втором месте по приглашенным людям, в принципе. Я на втором месте, на сервере, на первом, короче. Поэтому вам большое спасибо очень, кто регается на мой ник. Также, кто вводит мой промокод, пацаны, смотрите. Всем вам тоже очень большое спасибо, уже мой промокод ввели 39 человек. Этот промокод можно вводить на любом сервере просто, поэтому обязательно вводите этот промокод. Бонусные рубли 100 тысяч. Что я придумал, пацаны, давайте за месяц наберется здесь сумма, и эту сумму я здесь разыграю, поэтому вводите промокод. Я не знаю, возможно, здесь наберется 500 тысяч, возможно, миллион, возможно, 10 миллионов. Все деньги, которые здесь насобираются, я, в принципе, их разыграю. Но через месяц, не знаю, посмотрим. Если сумма быстро наберется, то раньше конкурс сделаю, поэтому вводите при этом промокод на любом сервере. Все зависит только от вас, пацаны. Я деньги снимать не буду, вообще их не трогать не буду. И какая сумма здесь наберется, там, за месяц, за две недели, там, то мы эту сумму разыграем. В принципе. Также большое спасибо, что вы нормально отнеслись к моей покупке майбаха, в принципе, не бомбили в комментариях, поняли меня, что мне эта машина очень нравилась, и вы ее хорошо приняли, в принципе, мне это очень приятно. Также был один там комментарий, типа, что майбах дерьмо, лучше ты купил i8. Не спорю, возможно, для некоторых майбах дерьмо, но это представительная машина, она не должна быстро ехать, это чисто машина статусная, как бы. У меня есть Lamborghini, зачем Lamborghini, ой, точнее, зачем покупать i8, если есть Lamborghini? В этом смысла никакого нету, я думаю, вы сами понимаете. Как бы у меня почти идеальный автопарк. Смотрите, у меня есть BMW M5E60, моя любимая машина, которую можно всех обогнать, можно повалить боком. У меня есть мотоцикл, это Yamaha R1. У меня есть суперкар, это Lamborghini Huracan. У меня есть монстр, это внедорожник. И у меня есть премиум машина, это Maybach. Я думаю, вы меня понимаете. Я, видите, так расположил машины, что у меня, грубо говоря, идеальный автопарк. У меня есть все, что мне нужно. Ну, конечно, да, хотелось бы еще одно место для RS6. Потому что RS6 мне очень интересно, как машина. Поэтому, не знаю, у меня будет очень трудный выбор, на что заменить из моего автопарка RS6, чтобы ее поставить. Но чтобы ее купить, надо будет что-то продать, чтобы купить RS6. А я не знаю, что продавать. Как бы мурку я по-любому не продам. Yamaha это подарок, который мне подарил один администратор еще где-то года два назад. Потом, получается, что еще там у меня есть? Lamborghini не хочу продавать, потому что она подорожает вроде бы как еще. Поэтому вот такие вот дела. Буду что-то думать. Либо уже оставлю Maybach, либо уже что-то буду думать и куплю RS6. Ладно, не будем тянуть, все, поехали к бизнесу. Я вам сейчас все покажу и расскажу. Так, вот, в принципе, этот бизнес. Спортзал, пацаны, в Арзамасе, пацаны. Вот, спортзальчик, пацаны, наконец-то. Времена возвращаются, когда у меня, помните, был спортзал. Это уже третий спортзал в моем владении. Первый спортзал это был в Батырево. Первый спортзал был в Батырево, в принципе, где сейчас находится чеченская мафия. Потом второй спортзал был в Южном, но меня потом деактивировали, в принципе, он слетел. В обоих этих бизнесах финка была как минимум лям, там, 800 тысяч. Раньше этот бизнес был более популярный, сейчас уже он не такой популярный и не такую прибыль приносит. Но все равно мне этот бизнес очень понравился, я решил его купить. Да, это бывший бизнес, кстати, Вани. Он же Джонни Прайд, в принципе, я думаю, вы его помните. Вот этот бизнес, именно он вот здесь находится, возле отеля Диана. Давайте я вам на карте покажу. Вот, вот спортзал, короче, как бы, да. Так что можете приходить сюда качаться и так далее. Купил я его за 17 миллионов и изменил название. Я хотел сделать название спортзал Titan Kirill Game, но забыл написать спортзал, теперь называется просто Титан Кирилл Гейм. Я думаю, вы все равно разберетесь и поймете, что это мой бизнес, и кому нужно будет, тот будет здесь тренироваться, купит себе там какое-то улучшение, стиле боя и так далее. Сейчас я объясню, зачем вообще нужен спортзал для тех, кто не знает. Давайте еще покажу вам GPS, вы можете его легко найти, пишите GPS, листовый раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм, в принципе, я думаю, вы по-любому найдете, кто играет на первом сервере. Так, давайте зайдем, в принципе, посмотрим. Вход бесплатный, пацаны, традиция у меня такая, что у меня
во всех бизнесах ход бесплатный был. Постоянно просто. Постоянно вот так вот. Интерьер мне, кстати, очень нравится. Вообще кайфовый интерьер. Как бы да. Давайте я еще объясню, почему это семейный бизнес, пацаны, но он находится на мне. Да, видите, он находится на мне, этот бизнес. Сейчас я объясню, почему так. Смотрите, если бы я купил этот бизнес как семейный, его только можно с ГОСТа купить. Понимаете, семейные бизнесы только можно с ГОСТа купить. Нет такой команды, чтобы продать игроку бизнес как семейный. Такой команды нету. Только нужно сливать его в ГОСТ. Я купил его, в принципе, этот спортзал. И у меня оставалось, ну там, 8 миллионов. Я бы чисто физически не мог бы его обратно купить. Потому что у него ГОСТка, по-моему, 10 миллионов, если я не ошибаюсь. Или 15. Не, 10 миллионов ГОСТка, короче. И я бы не смог по-любому его купить. Во-вторых, улучшение в семейном бизнесе в 3 раза дороже получается. Если он на мне сейчас, здесь цены, вот, смотрите, какие. Сейчас вам покажу. Улучшение, вот, в принципе, здесь цены. Вот это стоит, по-моему, 150 тысяч. Это стоит, там, ну, 600 тысяч. Либо, а не, 300 тысяч. А если это был бы семейный бизнес, вот это стоило бы 650 тысяч, а вот это стоило бы миллион. И изменить название бизнеса стоило бы тоже 1 миллион. Поэтому, пацаны, я знаю, что я делаю, в принципе. Я не скрысил. Это просто будет семейный бизнес, он будет просто на мне, понимаете? Так будет лучше. Кину, во-первых, если я его солью в ГОСТ, создать все улучшения. Я его купил, здесь был маркер и каталог. В принципе, это уже получается, сколько, 350 тысяч, нет, 450 тысяч получается. Если я бы его слил в ГОСТ, это сразу просто минус лям 650. Даже нет, минус 2 миллиона 650 тысяч было бы. Как бы, я думаю, пацаны, всегда наперед. Поэтому я не стал его брать как семейный бизнес. Я бы и не смог это сделать, потому что у меня не было 10 миллионов, чтобы слить в ГОСТ бизнес и словить его заново. Это был бы полный бред, понимаете? Слить его в ГОСТ. Я купил, получается, его за 17. Слить его в ГОСТ и словить обратно. Это ж полный бред был, понимаете? Поэтому смысла бы не было. Я никак бы его не слил, понимаете? Точнее, не купил бы как семейный бизнес. Что здесь можно сделать? Выучить все стили боя. В принципе, Спарта 120 тысяч. Кунг-фу стоит 20 тысяч. Кикбоксинг стоит 50 тысяч. И удар с локтя стоит 50 тысяч. Самое лучшее, как по мне, это кикбоксинг. Поэтому можете изучать. Вот, пишите фейстайл. У меня, в принципе, все изучено. Здесь вы можете изучать тоже. Вы покупаете, но у вас не навсегда, если что, не переживайте, как бы. Вы сможете в любой момент это все выучить. Также здесь можно вот переодеться, но, скорее всего, не смогу это сделать. А здесь у нас переодевалка, здесь у нас, в принципе, туалет. Интерьер очень классный, пацаны, мне реально очень нравится. Насчет финки, пацаны, пока что не буду ее показывать, потому что она не сформировалась, да, такое бывает. Но финка пока что не такая, какую я хочу, хотя бы 1200 в день. Бывает там 50-100 тысяч в день, но пока что я не буду вам финку показывать. Мне, в принципе, скидывал чувак финку перед тем, как я у него покупал этот бизнес, но, в принципе, ладно. Так, баланс, прибыль за день, нужно будет его платить. Штрафов нету, кстати, если, типа, 3 дня не будет в бизнесе продуктов, то он слетает, типа, будет 3 из 3, короче, и он слетает, поэтому я буду за этим следить. В принципе, да, вход бесплатный, повторюсь, все заебись, пацаны. Возвращаются старые добрые времена, помните, у меня был Майбах и спортзал, теперь у меня снова, пацаны, Майбах и спортзал. Зал. Это довольно-таки круто. Но это поймут только старички, в принципе, о чем я сейчас говорю. Кто давно на моем канале, кто уже больше года по-любому на моем канале, тот поймет, о чем я говорю. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки. Ну что ж, я на этом будем заканчивать. Обязательно вводите мой промокод, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I'd be crying.